верхних трех зажравшихся там, включая главного редактора, значит, «Комсомольский правда», зажравшихся богатеев. Хорошо, Владимир Николаевич. Но наш добрый слушатель, конечно, он так и скажет. Как жили мы в говне, так и умрем. А я вам больше скажу. Это не только добрые слушатели скажут. Я тоже скажу. Да. Потому что у вас через дорогу, вот там в Шаховском районе, да. Тверская область. Да. Тверск... Это правильно. Я в Тверской области был неделю назад. Да. Вот. 11 июля. Галина, расскажите нам, пожалуйста, о ваших настроениях, о настроениях сына перед первым в его жизни, первым футбольной карьере, чемпионате Европы. Вы знаете, конечно, это очень волнительно. Я очень горда, что так получилось, что его вызвали. Очень надеюсь, что все пройдет хорошо. И мы все будем их поддерживать, и сложится все идеально. По-другому быть не может. Смотрите, Андрей сейчас 23 года, а в сборную вызвали меньше года назад. Мы про это поговорим отдельно, а сейчас вот давайте вспомним вас. Он улетел после травмы, еще до конца не восстановился. Как это вообще случилось? Как он себя сейчас чувствует? Во-первых, в команде очень квалифицированные врачи. Так думаю, что никто бы его не пригласил, если бы, например, травма была бы серьезная, потому что все проверялось, осматривалось. И если его пригласили, значит, это было допустимо, mm-hmm. это можно было восстановить, проводить все реабилитационные упражнения, лечения для того, чтобы... 9 числа я работаю в Москве, а 10 я работаю в Рязани. Поэтому я приглашаю всех на мой концерт. Подождите, это в этом месяце уже? Да вот сейчас уже, да. А, так это чуть ли не понедельник, вторник, среда? Совершенно верно. Вот у вас 3 концерта в Москве, потом, а потом в Рязани. А какой у вас личный рекорд по концерту? Лето. Рекорд. Недельный журнал. Републикация. В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее яркие и интересные тексты. И сегодня у нас в эфире замечательная история от протоиерея Александра Авдюгина о плачущей бабушке, которую никто не мог утешить, но вдруг случилось практически чудо. Текст отца Александра Авдюгина для нашего радиожурнала. 399-111. Велосипеды. 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 Много велосипедов. Березка на Пограничной, 3-й этаж. Мир обуви. Найди свою пару. Торговый центр «Панорама». Обувь Кавани. Удовольствие в каждом шаге. Торговый центр «Грин Палас». Мира 306. Летнее палаточное государство экологического лагеря «Родник». Для детей от 10 до 15 лет, которые любят природу и хотят узнать о ней больше.